В Актобе борются с последствиями обильного снегопада. Город утопает в сугробах. Больше всего страдают водители, которые вынуждены подолгу стоять в пробках. Движение затруднено даже на центральных улицах. Коммунальные службы не успевают расчищать трассы. По словам синоптиков, за последние 3 дня в областном центре выпала месячная норма осадков. Не лучше ситуация и за городом. Что еще приготовила погода, расскажет Динара Оркумбаева. Последние дни февраля приносят актюбинцам массу хлопот. В городе третий день идет снег. Больше всего страдают водители. Из-за нерасторопности коммунальных служб приходится стоять в пробках. На неочищенных трассах автомобили застревают и преграждают путь остальным. Пешеходам тоже нелегко. Тротуары покрылись льдом. Скользко, но потихоньку ходим. Ну, не успевают же. Техники мало, дочка. Не успевают. Чистят они. Что ж теперь надо? В один день не это, снег идет без конца. Очищают, работают, вся техника выходит, но не хватает, говорят. Вот и чиновники твердят, на борьбу со снегопадом брошены все силы. 12 подрядных организаций работают в круглосуточном режиме. Еще 7 компаний чистят тротуары. Но справиться с таким обилием осадков непросто. По данным синоптиков, за последние 3 дня в Актобе выпала месячная норма снега. Коммунальные службы попросту не успевают вывозить его на полигон. Первым делом расчищают центральные улицы и проспекты, чтобы облегчить движение хотя бы общественного транспорта. В среднем за один рейс с самосвала, допустим, с авиагородка на снежный полигон занимает 2,5–3 часа. Мы сейчас вот планируем с отдельным земельным и архитектурой взять временный доп. Отвод земли и организовать второй снежный полигон для удобства вывоза снега, массового снега. За городом тоже непростая ситуация. Специалисты просят следить за метеопрогнозами и в ближайшее время не выезжать из населенных пунктов. Уважаемые жители, гости города Актобе, управление по чрезвычайным ситуациям города Актобе сообщает, что в связи с ухудшением погодных условий, а именно метель, плохая видимость, 21 февраля 2023 года с 10 часов 45 минут местного времени ограничено движение для всех видов автотранспортных средств с 17 по 191 километр трассы Актобе-Болгарка-Шумаркудук. В связи с этим просим вас воздержаться в дальнейших поездках. По прогнозам синоптиков, в ближайшие 2 дня снегопад в городе продолжится, затем последует небольшое похолодание до минус 20. А в начале марта снова ожидаются осадки уже вперемешку с дождем. Не исключено, что весна доставит еще больше хлопот, поэтому чиновники советуют актюбинцам быть готовыми и к предстоящим паводкам. Динара Уркумбаева, Данияр Матгулов, КТК, Актобе.